Сегодня во многих странах, развитых странах, изучается наш опыт. Сегодня многие эксперты, занимающиеся этим вопросом, отмечают, что Азербайджан вел войну 21 века. Впервые в 21 веке за короткий срок были завоеваны исторические достижения такого масштаба и с такой эффективностью. Как передает канал 13, об этом 23 ноября во время визита в освобожденный от оккупации Агдам сказал президент Азербайджанской республики, верховный главнокомандующий вооруженными силами Ильхам Алиев. Сейчас по пути сюда я увидел как минимум 3 линии обороны, но по предоставленной мне военной информации есть 5 линий обороны, также и Физули. Благодаря героизму, профессионализму наших солдат и офицеров мы прорвали линию обороны. Мы оснащены самым современным с технической точки зрения оружием. И вторая Карабахская война это показала. Есть соответствующие видеокадры. Сейчас они изучаются и будут изучаться во многих странах. Будут включены военные книги. В то же время мы наращиваем боевой потенциал нашей армии, потому что было совершенно ясно, что победить одним оружием невозможно. Флаг поднимают, водружают на вражескую позицию, на освобожденные земли солдаты, офицеры. У нас были шахиды, да упокоит Аллах души всех наших шахидов, да не спошлет Аллах терпение их родителям. У нас есть раненые военнослужащие, они выздоравливают. Большинство из них уже выздоровело, да дарует им Аллах исцеление. Мы одержали победу за счет наших героических солдат и офицеров. Уверен, что одна лишь операция по освобождению от оккупации Шуши навечно войдет в историю. Можно сказать, что мы уничтожили врага легким вооружением в рукопашном бою, пройдя ущелья, леса, горы, освободили жемчужину Карабаха, Шушу, подчеркнул глава государства.